привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, со мной, как обычно, Джек Шепард. Мы вдвоем проходим DayZ. Не проходим, мы играем в нее, ее пройти нельзя. Поздоровайся с людьми, дорогой уважаемый Джек Шепард. Привет всем. Мы находимся, как видите, меня все еще перетрахивает и перетрахивает. Мы находимся на опушке какого-то непонятного, вернее, не на опушке, а на подходах к какому-то непонятному сооружению. Это, похоже, метеостанция какая-то, что ли. Сейчас, наверное. Я думаю, нам нужно туда выдвигаться. Мы сейчас к лесу пробежим, наверное, да? И по лесу аккуратненько... Да, я думаю, мы справа обойдем этих психов. Аккуратненько будем смотреть. У меня все равно какие-то подозрения, что мы идем к берегу. Ой, тихо-тихо, стой, справа от тебя идет. Ложись. Вовремя сказал. И ползи куда полз, чуть левее только. Лучше вообще отступить пока. Ну он, блин, сливается на фоне, охренеть. Блин, а? Я костя ногами пинаю, я думаю, я что назад не иду. Так, короче, я ползу, да. Ползи за мной. Да, я рядом с тобой прям ползу. Где он? Ползу Нидзе. Фамилия такая есть. Каких только фамилий нет. Да я даже читать не буду этот комментарий, это плевок в нашу сторону. Кто-то, блин, кобру нашел. Везет людям. Конечно, мне охота, вот, честно говоря, шилбан ему поставить за то, что он на англоязычном сервере опять, блин, срет по-русски. Ну, нахрена вы это делаете? Это, по-моему, роняет престиж именно наших российских игроков. Либо еще что. Ты что так убежал? Безопасно, что ли? На русском, да, сервере играйте, общайтесь по-русски, на международном языке. А кому-то что-то доказывать, это глупо. Так, ну, блин. То есть я вот уже видел русские сервера на 70 человек. Даже на 80 вроде бы есть. Места много. Да, интересно, с таким... Желающих, правда, еще больше поиграть. С таким количеством игроков интересно, как там с пингом дела обстоят. Не знаю. Ну ты посмотри, мы куда-то все-таки вышли. Ну. И, по-моему, это что-то очень хорошее. Куда-то мы рано или поздно по-любому бы вышли. Я тут недалеко от тебя. Я спрятался в кустиках. Если ты, короче, смотришь на вот эту постройку, то я где-то справа метрах в 10, да, от тебя. Я чуть-чуть на опушку вышел. Вижу. Да-да-да, я тоже хотел там обойти. Пойдем вдоль нее. Так, там осторожно, где-то метрах, наверное, смотрим, в 70 слева от нас зомби ходит. Может заметить, потому что яркий день. Сейчас по игровому времени часов, наверное, 5. Так что... Да, но у нас серый экран фактически. Да, нам это не так хорошо видно. Ну вот в этом гигантском ангаре точно что-то должно быть. Кстати, не так много зомби. Но сейчас, конечно, да, начнешь подходить. Так, справа что-то, звук какой-то был. У меня вообще от тебя часто какие-то посторонние звуки. Лучше, как говорится. Какой-то то гудение, то еще что. Испужаться чем. Вот машину хочет бензобак дать. Спасибо, не нужно. Да ладно, что ты подумаешь, мы тут куда-то пришли. Давай развернемся, побежим быстрее за бензобаком. Так. Потом по памяти рванем. Блин, интересное место, да, вроде как какое-то. Это натуральная метеостанция. Да. Так, что, я опять в роли? А надеюсь, все ожидания на протяжении прошлых серий у подписчиков, когда они ждали чего-нибудь интересного, вот вам. Вот интереснее этого места, по-моему, уже вряд ли что-то можно найти. Ну, кроме, понятно, летного поля и той вышки, про которую говорил Артур. Угу. Главное, не профукать. Так, я что, пошел? Момент. Да, давай. Зомби пока если не видать. Если что, стропилы вот эти все подрезай. И когда будешь убегать, последнюю срезаешь, она падает на ангар, всех заваливает зомби, и все круто. Прикрывай давай, блин. Экшн.
Это, по-моему, выжигатель мозга. Или как он там в Сталкере назывался? Ну да, тоже может быть. Блин, а тут безлюдно. Это хорошо, то есть я не жалуюсь, по-моему, это супер. Но если они сейчас отреспаунятся прямо... Да, и внутри, по-моему, ангара никого не должно быть. Тут, кстати, за этим ангаром еще одна ферма длинная. Помнишь такие длинные? Не ангары, а амбары. Да. Ну вот этот натурально ангар. Да-да. Но там справа... Тут точек. Что-то лежит внутри. Три или четыре. Ну где-то вдалеке. Так, внутри ангара никого нет. И тут есть куча жратвы. Это я точно могу сказать. Сейчас захожу? Нет-нет. Ой, блин, ты уже зашел. Лучше бы ты прикрывал. Так, я набираю жратвы. Банку сардин. И банку фасоль. Да, то, что мне не нужно, как раз выкинулось. Так, хорошо. Что еще тут есть? Так, я тут взял патрончиков. Еда есть, нет? Арбалет. Еда у меня есть. Я теперь буду главным. Ладно. В еде. Так, там что у нас? Там пустое. Окей. Все похоже. Там еще, по-моему, куча всякого мусора. Зомби нет, самое главное. Как бы не накаркать, но, по-моему, тут вообще ни одного зомби. Даже не слышно, то есть. Вот тут еще что-то так, вкусное лежит. Пустое. Да нет там ничего вкусного. А, нет. Я думал, Джек Дэниелс, это не так, Джек Дэниелс. Стой. Ой, слева куча зомби. Подожди. Где ты там кучу зомби вел? Внутри, что ли? А, я... Нет, вот встань как я, у тебя слева будет куча точек. Видишь? Ну да, но они, по-моему, даже не на ферме, это я чуть дальше. А, знаешь, что я хочу? А, вот тут вот домик, я туда сейчас зайду, там в нем никого нету, судя по этим же точкам. А, ты меня на всякий прикрывай. Я не увидел, через куда ты вышел, через эту дверь? Налево повернись. Перед которой сидел? Главный вход, не тот, через который ты вошел, а другой. О, блин, пока ты меня заметишь. Видишь меня? Вижу, вижу. Да. Да, вижу, вижу. Там дверь закрыта. Куда здесь колесо лежит. Какое нафиг закрыто? Все открыто. Ты внутрь зашел? Да. Там А, блин, а выглядит как закрыто. Так, теперь возвращайся к тому выходу. Оттуда будет безопаснее пройти. Вон за бак прыгает. Да-да. Где он прыгал? Да сзади там. Да, выкину я снайперку на ваш долбанный арбалет, с которого стрелять невозможно. Да я вообще с него сколько пытался попасть, ни разу не попал. Ты хоть попадал вроде, но оно все равно не убивало еще при этом. Так, теперь... Ну иногда убивало, но там надо было сильно ниже. Давай, заходи внутрь, я палю. Но по маркеру, где-то там только вдали один. Подожди, зомби. Я не пойму, это зомби лежит или... Или что это такое? Там зомби ползал. Нет, главное, чтобы не убитый зомби лежал. Убитый зомби — это признак того, что кто-то их тут чистил. Ну да. Точняк, тут убитый зомби. Ну, с одной стороны, это хорошо, но с другой плоховато. Внутри никого. Аккуратно ходи, только в окна не свети. А из припасов? Пока не вижу, я на дальнее расстояние не могу увидеть, потому что у меня трясет слишком сильно. Понятно. Давай. Так. Я аккуратненько за тобой иду. Ну, этого... Потом, думаю, этого зомби выбежим, откуда пришли, и по правой стороне по леску побежим. Тихо-тихо, зомби на входе. Прошел мимо входа. Так что там прямо на входе зомби есть. Так... Я буду лучше спиной вперед идти. То есть, если сзади кто-то полезет, я сразу ему с револьвера в голову. Ну, если попаду, конечно. Там дохрена зомби. Тут патроны, по-моему, для моей пушки. Фу!
Прям вышел на него. Аккуратно, тихо, тихо, тихо. Вижу, вижу. Не шевелись. Не в ту сторону, по-моему, смотришь. Я сижу. Я тебя крою спину, ты чё, если сзади кто-то зайдет. Туда, куда ты смотришь, и я доверяю, что ты, если кого там увидишь, то и если они нападут, то ты их убьешь. Тебе ли Энфилд нужен? О, он прям дышит. А, нет. Не нужен, со снайперкой будешь бегать. А, прям Ли Энфилд? Да, мой Ли Энфилд. Я себе винчестер забрал отсюда. То есть вот тут вот лежит с кучей патронов Ли Энфилд. Да нет, у меня... Ты же так его хотел. Нет. Ты увидел, как он громкий. Но у меня сейчас снайперка есть, блин, патронов на нее много. У меня три обоймы для снайперки есть. Это 15 душераздирающих, пронзающих насквозь маленьких дьяволят. Представляешь, какая огромная сила в моих руках? Да. Так, тихо. Там химический огонь тихо, и тихо. Дымовая шашка. Тихо, тихо, подожди. Направо, за ней зайди. Блин, подожди, подожди, подожди. Я взял патрон для ПМ. Теперь мне нужно потихоньку уходить и маленько назад вернуться, потому что там были патроны для винчестера. Пристройку зайди. Еще один зомби идет. Ложись. Он снова справа налево мимо проходит. Так, я теперь буду засмотреть. Так, здесь вот у нас... разве вот такие моменты в игре можно променять на экшен? Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Так, я колу беру. Взять. И беру пепси. Тоже взять. Это нам попить и сейчас. О, я пить как раз хочу очень сильно уже. Так, теперь... мне нужно возвращаться и взять там где-то позади. Я оставил патрон для винчестера, две обоймы. То есть и пули, и дробь. Смотри, этот Ли Энфилд, для него до хрена патронов. Просто две шумные пушки, это нам не вариант. Поэтому я лучше потише взял этот винчестер. Там 5 магазинов к этому Ли Энфилду. А сколько там патронов? В каждом магазине по 10 патронов. В одном 5, по-моему, из них. Блин. Смотри, хорошие вещи. Ладно, ладно, я тебя послушаю. Но... возьму. Ну я, блин, с ним просто говорю, бегал. Но те 30 патронов, что у меня на него были, я их не использовал. То есть я просто с ним бегал, и мне никто не встречался, кого можно было бы убить. Так, все, беру Ли Энфилд. Короче говоря, смотри. Заряжаюсь. Ладно, все. У тебя за спиной, осторожно. Ой, слышу, слышу. Ползи, ползи. Может, бежим в лес? Ползи, 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 ползи. Он прямо за тобой идет, ползи, ползи. Мне страшно. Да какой страшно, он в 2 метрах от тебя сзади. Но он тебя не видит. Ползи, давай, ползи. Блин, господи, я не хочу назад смотреть. Он тебя грызет. Нет, меня никто не трогал. Он тебя бил, у меня показывал. Так, все, пошла. Пошла, моча потрогу. Он идет, Сеч. Сюда много кто идет. Разворачивайся, приготовься обороняться. Давай, убегаем, убегаем, убегаем. Какой нахуй... Извиняюсь, убегаем. Я в смысле, отходим назад. Потом перебьем. Отходи, 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 блин, и выйдем оттуда и убежим в лес. У нас, наоборот, самое такое место, чтобы давай, отбиваться прикрою. От них. На кой хрен от них отбиваться? Так мы не убежим ты никуда. Ты хочешь все патроны здесь сейчас на них потратить? А пойдем посмотрим, у них есть патроны, нет? Ой, 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 бежит, человек бежит, бежит, бежит ко мне, бежит, бежит ко мне, ко мне. Убил, убил. Убил, да, меня даже не порвали. Вот она тихо у тебя стреляет, так, чпык и все. Ты посмотрел, что там у него лежит? Я дверь закрыл. Еще один бежит. Прям сквозь все бежит. Ну да, закрыл дверь, молодец. Ну. Ему почти не насрать на это. Да вы достали уже, ёлка. Дверь закрыл, да, так называется? Короче, этот винчестер, он, похоже, весь уйдет на... Выноси, выноси, он зашел, еще один. Да ёлы-палы. Еще один. Ну ты ж хотел всех поубивать, экшена хотел. Еще идет, ёлы-палки. Давай. Не, ну я тебя прикрывал, я же не просто так весь этот шум поднял.
Охренеть, да сколько вас тут, ёлы-палы. Мне страшно. Когда будет перезарядка, говори мне. Перезарядка. Она долго перезаряжается у меня. Давай, давай, херачи. Электрическая сила. Херачи. Господи, что происходит? Зачем? Офигеть. Заряжай. Блин, у меня... Ядрическая сила, за что, Господи Иисусе? Блин, у меня патронов нет. У меня Новокарыч еще. Давай смотрим, что у них есть. Там еще бежит. Сардины. Еще бежит. Я слышу. Ты посмотри, это просто толпы. Я делаю скриншот. Зомби подходит к двери, я его слышу. Ты его убил или я? Потому что... Да, не точно из какой-то лаборатории. Короче, что-то громко как-то. Ну-ка. Твою мать. Целое кладбище здесь устроили. Давай уходить отсюда. Я думаю, если кто-то сюда сейчас придет, то он поймет, что здесь кто-то был. Нафиг, я пошел за патроном по-быстрому. Все, надо валить отсюда. Я все патроны на винчестер просрал. Ну ладно, хоть у меня тут дохренище их еще. Лежит. Это очень вовремя все нашлось. Подожди, а М1014. Ну что, дымовые гранаты выкинутся уже, нет? А, нет, у меня одна обойма. Дымовые, ну, не знаю. Смотри. Блин, я не знаю. То ли мне снайперку твою подобрать. Сколько на ней патронов-то? То ли мне с одной обоймы это выходить? 15. 15 патронов на снайпе. Я не пойму... Бандаж есть. Не пойму, сколько патронов на этом винчестере. То ли один, то ли сколько. Блэхард, короче, вот смотри. Смотри на патроны. Слева у тебя написано число, которое Блэхард. У тебя сейчас в магазине. То есть у меня это 10. Справа через черточку 4. Количество магазинов, которые у тебя есть. То есть у меня 4 магазина, по 10 патронов в каждом. У меня там просто надпись на надпись наезжает. Поэтому я не могу определить, сколько там патронов. Но я могу сказать, что туда так, я тоже... Так, я хочу взять. Выпить. Ты там оставил, да, снайперку? Коку. Да. Короче, я выкидываю канистру. Так, ладно, я за снайперкой схожу. Я слишком много патронов потратил, оно того уже не стоит. Попью водички. Хотя нет, нафиг, да. Я оставлю винчестер. Два громких... две громких... На него патронов легче найти. Да. Так, ты все облазил? Нет, к нам сейчас еще один зомби придет просто. Ты попил? Да, я все облазил, можно выходить. Назад уходим. Я не так много кровищ, кстати, потерял. Там еще он один ходит где-то вдали. Да-да-да, ходит. Я вообще ничего не потерял. Но знаешь, как это было клево, когда я полз, и ты говоришь, он в 2 метрах от тебя. Клево было как... Тихо. Вон там кто-то есть. Там, да там целое поле их вон еще. Где он? Все, уходим нахрен. Двигайся вперед. Короче, ладно, ладно. Блин, у тебя есть снайперка? Посмотри на указатель. А, блин, он с другой стороны, ладно. У меня нет снайперки. У меня винчестер. Я решил его сохранить. Точно, ты же оставил. Я не уверен, сколько на нем патронов. Стоп, 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 там же были вроде бы патроны на винчестер в том ангаре, да, в который мы первый зашли, я сходил, нет? За ним. Как заходишь слева. Ты взял? Там не на винчестер патроны были, там были патроны на М1014 и один магазин на, собственно, винчестер. Вот его я подобрал, и те тоже. Ну, короче, вот такие дела. Угу. У меня, короче говоря, один магазин. И в нем то ли 7... Так, у меня есть 2 банки с едой. У меня тоже пожрать много чего есть. 2 банки с едой у меня и 2 банки газировки. Еще бы водой наполнить, вот пустые фляги, и тогда вообще запакованный был бы. У меня фляг вообще нет. А, подожди, смотри, я могу переподключать, ой, выбирать другой тип патронов. У меня магазин, короче говоря, да? Один магазин дроби и 1 магазин пуль. Я поставлю... Сейчас у меня пули стоят.
Ну, собственно, дроби я потом поставлю еще. Поставь дробь. Дробь это в упор, а мне сейчас лучше будет с дальнего расстояния. Короче, у меня два магазина. Там слева, слева ангар. Хочешь указать, какого? Да, небольшой. Что за город? Посмотри, не вижу. Какой я вообще даже. А, у тебя я дальше 10 метров вообще не вижу нифига. Тихо-тихо. Там. А, это ты, блин. Хочешь узнать, какая у меня статистика по. Ты меня не пугай так. По зомбакам. Не пугай, блин, меня так, потому что у меня. Ты сидел только что рядом со мной, а потом в 20 метрах оказался впереди. Я думаю, что это какой-то новый игрок идет. Я уже собирался в него чуть ли не выстрелить. До того напугался. А, красный значок у меня. Так что у нас пинг в попе. Да, есть такое дело. И слева куча зомби. А, как думаешь, говорю, какая у меня статистика сейчас по зомбакам? Зрители видят, ты пока нет. Угадаешь, нет? Ну, штук, наверное, 30 убил, да? Дубровка. 19 киллов, 19 хедшотов. Ну, я не хочу тебя расстраивать, но у меня 73 килла и 49 хедшотов. Так что сиди, братик, охренеть. И отдыхай. Убийца. Короче, Дубровка это вообще нифига не то, куда мы должны были прийти. Я понимаю, это тем более очень близко к берегу. Мы сейчас в самой правой карте, в самой правой части карты. Я бы сходил вон туда. То есть там, где... Где, чего, где? Ну давай, давай. А, зомбак ходит, брат. Здесь полно. Иди ко мне. Да-да-да, еду. Попрыгунчик тут. Короче, там ангар был, но я решил в него не ходить. Потому что что-то там, блин, какой-то амбар, вернее. Да амбар. Нафиг надо, блин, там. То оно того не стоит. Ангар. Самый правый край карты. Да. Ну то есть, самый правый край карты. Да, ну как бы самый правый, типа. Это же берег почти. Нет-нет, смотри, если вот как я у тебя в сетях смотрел, как карта выглядит, да, то получается, что если из каменки идем, ну как бы справа у нас, считай, вода, да, слева весь материк. То есть если мы идем вдоль-вдоль-вдоль, потом Черногорск, Электрозаводск, вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, и чуть левее наверху карты мы сейчас. То есть Дубровка где-то за Солнечным, чуть левее выше. То есть примерно край карты. То есть если мы сейчас с тобой пойдем вот дальше вверх и будем двигаться налево, то будем идти... в сторону соборов уж точно. Вообще не понял, как мы себя, правда, пришли. Ну ладно, мы нашли офигенное место, и сейчас был экшен. Зрители, наверное, сидят просто в экстазе после убийства с такого количества зомби. Не, ну капец, я их там положил штук, наверное, 20 натурально. Офигеть, да? Это же, блин, сколько их? Блин, у меня все... В принципе, я с одной обоим их переводил всех. Так что штук 15 где-то было. А нет, я еще вторую использовал. Да. Да, ты пока перезаряжался, я по ним стрелял. Пару киллов набрал тоже. Ну капец, они, конечно, двери против них очень хорошо помогают. Надо отметить. Вообще, шикарно просто. Самое пока что сильное оружие против зомби – это лестница. По лестницам они поднимаются крайне медленно. Ну то есть такие под наклоном. Да любые лестницы. Ну да. По лестнице можно подняться. Так что если вы выживший в зомби-апокалипсисе, стройте лестницу и огораживайте себе ими, и вы выживете. Да. Совет номер один. Как в этом зомби-ленде, да? Всегда носите с собой лестницу. Да, там же были советы. Если на вас напали зомби, прислоняйте ее к стене и забирайтесь наверх. Все, вы неуязвимы. Так, мы... Или ставишь лестницу так перед собой, зомби по ней залазит, спадывает, залазит, спадывает. Ага. Пойдем вдоль проводов. Тут вообще какой-то городок. Ну точнее как, Дубровка. Ну, пойдем. Или мы все правильно идем. С меня уже экшена хватает. У нас в принципе сейчас, кстати говоря, все достаточно. Ой, я пить хочу, блин. Так, выпить воду. Я, кстати, попил. Припасов мы набрали, патронов набрали. Так что живем, ребята. Живем, да, единственное, если сейчас порвут. У тебя сколько бинтов, кстати говоря? У меня порядочно. А, бинтов я нормально набрал. 3 бинта у меня. А, морфи у тебя есть? Есть. 3. У меня морфи есть даже, если меня нету. Поломают. То есть мы вообще достаточно хорошо у нас все сейчас. Морфи самая важная да? вещь, если так перелом... что те, кто говорили, что мы нубы, вам нужно было лишь немножко подождать. Мы нубы, но мы, по крайней мере, неплохо держимся и стараемся.
сами все постигаем, да? А не через интернет, как вы, задроты. Так что... Вот, то есть вы видели, да, что мы тут, блин, просто ходим по карте, не понимаем, где. Я примерно на память что-то вспоминаю, Артур примерно вспоминает, что где-то что-то. Там, кстати, вдалеке какой-то белый ангар. Слепое прохождение... И вот так играть, по-моему, гораздо интереснее, да. Слепое прохождение — жанр такой, когда... Полное погружение. Блин, ты себя изолируешь просто от интернета и все сам разбираешься, что да как. Да. И вот это вот вообще просто... Есть доставляет. Игры, в которых, конечно, многие моменты допереть саму ну никак нельзя, типа того же Dark Souls. Да там офигеешь. То есть, если бы я, например, в твоих видео не смотрел бы, да, основу управления, когда вот я начал играть через пару недель, то я бы, не знаю, я бы там сливался просто каждую секунду. А я учился просто на твоих ошибках. И ты на своих учился. Да и думаю, многие, кто... Да блин, там... Открыли для себя потом Dark Souls. На 2Ч задроты там вообще кипятком писали по поводу того, что я гайды не смотрю. Мне показывали ссылку, там меня так материли, такими словами. То, что я прокачиваюсь слепую, не знаю, куда иду, там то, что за поворотом, вот тут-то можно, там того-то нафармить. Ну, куда-то пропал опять. Я этого не знаю, мне как-то слышно. Я справа? Короче, вот тут вот ты. Я тебя вижу. А, ты уже справа отбежал. Не, вот сейчас опять, по-моему, был пинг. А в тот дом мы не пойдем, там ничего нет, он не открывается. И там есть 4 зомби. Блин, я главный винчестер нашел. Пошли он туда по дорожке. Я доволен. Он такой тихий. Это круто. Мне как раз, я же пушечное мясо, меня пускают вперед. Если я не погибну и что-нибудь принесу, то я молодец. Если погибну, то ну и хрен со мной. Я такой расходный материал. Поэтому мне потише пушки нужны. Хабар с тебя соберем, да и пойдем дальше. Так, ну я вот... Не, ну я буду грустить секунд 5. Ну ладно, хоть так. Как назывался этот населенный пункт-то? Дубровка. Дубровка. Так Дубровка же это достаточно глубоко уже в острове, нет? Да. Ну где-то так должно быть. Ну в общем, я сейчас уже вот перед глазами пытаюсь увидеть карту, но я не понимаю, где мы. И это, по-моему, лучше, чем если бы мы знали, куда идти, по какой дороге лучше пройти, ну, где какой ангар лучше обойти, а где там... Просто надоело бы быстро. Да. Я вот попробовал этот Dark Souls New Game играть, когда уже все знаешь. Я там, конечно, всех просто рву. Плюс-то? Но... то есть, блин, я там, ну не знаю, за 2 часа прошел уже до Zen's Fortress и нормально бегал. А до этого я сколько мне в серии 30 понадобилось. И на каком моменте надоело мне играть? Ну вот на Zen's Fortress я подумал, да ну нафиг, уже как-то не то. Уже все знаешь. Мне именно доставляло, я... когда заходишь в... Новой игры плюс. Заходишь в пелену, в белый туман. И оттуда такая херовина там пятиэтажная на тебя прет. И ты такой, куда бежать, что делать такое? Вот это прикольно было. А не то, что там вот этот скилл прокачаешь, тогда ты будешь там на 3 секунды быстрее от него уворачиваться в ту сторону. Да ну нафиг. Очучения были, не забывай. Но я, кстати, тоже прошел игру. А начал проходить новую игру плюс, и буквально меня хватило дня на 2. То есть я там остановился сейчас на моменте. Ну как сейчас, где-то уже месяц назад, как я забросил ее проходить дальше. То есть я остановился на моменте, когда нужно положить этот Lord Vessel на алтарь. И я решил выполнить концовку с другим червем, но в итоге как сохранился там, так и больше не играл. Понятно. Потому что на второй раз уже, когда знаешь, куда идти, что делать, не так интересно. Ну да. Это факт. Сетмак что-то давно живет, да? Вот я вот так по чату смотрю, он как нашел калашников, да, себе. Так уже, наверное, 2 часа и бегает. Советы не каповские дает. Я сегодня побегу в полный рост рядом с зомбаками. До сих пор трясет всего. Блин, когда будет карта, надо как-то натурально вот базу для вылазок организовать где-нибудь, найти место типа той же крепости, что-нибудь такое. И чтобы народ там собирался, и мы чтобы туда складывали все ненужное, народ там или забирал, или складывал. Ну, во-первых, надо один сервер.
Во-вторых, надо, чтобы там были палатки установлены, в которые все это можно ложить, а просто если ты так вещи кинешь, они исчезнут. Ну, понятно, да. Сложно, но осуществимо. Сейчас главное это время переждать, пока сервера часто сбрасываются. То есть вообще все, что на них было, ну, кроме самих игроков, все сбрасывается. Вот пока это не решатся, это смысла все устраивать не будет. А так я предчувствую, да. Годика через полтора тут какие-нибудь клановые войны будут, банда на банду, там человек 20, человек на 20, у каждого своя база. Так, мы что-то, блин... Встретимся у завода, да, где там сотни зомби. Мы что-то с тобой бежим. Мы идем по проводам, все правильно, давай. Нет, в смысле, что мы вообще как-то никакой техники безопасности, тупо бежим. Вначале, ты помнишь, в первой серии? Не-не, я постоянно налево-направо смотрю, как псих. Ну, я тоже смотрю. Серьезно? Но вначале там, как у нас было, ты пошел, потом я пошел, а сейчас уже просто забазарились, идем. Все, давай молчать, пусть люди просто смотрят на геймплей. Я думаю, сразу человек так 99% свалит отсюда с тупого молчания. Ой, так, красивая роща, кстати говоря. Тут поставить бынычку. Да. Если бы она у меня была. Кстати, подожди, а тут нету... Тут бы нам бы еще бы не серый экран бы. Тихо. Было бы хорошо. А, бы. Мне показалось, что это вода, а это, оказывается... Я обрадовался, что тут типа оазиса небольшого такого. А здесь ничего нет. Ага. Блин, ну по крайней мере жатва. Жаль, что нам тогда на пожарной станции не повезло. Когда мы туда пришли, там говорят, вертолет респается. Да не там он респается, он рядом, там еще одна такая же стоит, где-то, наверное, метрах в 200. Вот там он респается. Они просто... Ну, я по комментам читал, я как бы же не знаю, где там через. У этого увидели, у Эва. Он когда играл там, у него вертолет был. Он за него отстреливался. Он, кстати, вертолет нашел, и там этот было. Ни ротора не было, вообще ни одного, короче. Узла не было, все нужно было устанавливать. А есть же баг, по-моему. Если, ну, в прошлом патче, по-моему, был, если садишься в сломанный вертолет, то умираешь. Да, был такой баг. Представляешь, да, такой, вертолет нашел, садишься, и ты мертв. Ну, короче, этот, это исправили уже. Ну, вообще, вот сейчас вот я понял, что я смерти вообще не боюсь. То есть тут довольно быстро все это можно восполнить. Единственное, если найдешь там уже натурально приборы ночного видения всякие, это будет печально. Ну, часы, карту, компас. Ну, а так вот... То есть за жизнь уже будешь держаться посильнее. Вот то, что сейчас у меня есть, это такой уж большой ценности не представляет. Это можно найти полчаса побегав по карте. В первой же крепости какой-нибудь. Да. Я знаю вот место, где можно от Камышова добежать до крепости, и там неплохо, там два вида оружия будет лежать, и, ну, даже три. Я когда заходил, там лежал Ли Энфилд, то есть Винчестер, снайперская винтовка и Магнум. И для всего там патронов валялось, еще еды всякой было. То есть, считай, от Камышова поднялся, в крепости собрал, что надо, и пошел в путь. Не знаю, я от Камышова двигаюсь к Солнечному, это подальше, но там около Солнечного есть завод, а за заводом стоят амбары, которые, может, ты помнишь, в одной там первой ночной серии, в котором я делал, вторую серию, короче говоря, в котором начинал. Ходил аккуратненько так еще. Ага. И вот там вот постоянно я либо винчестер нахожу, либо чезет, либо арбалет на крайняк, потому что там постоянно что-то есть. И там постоянно много всего, ага. То есть можно вариться. Так что вот. Круто. А я пока жду, пока добежишь до деревьев. Ну давай, я вижу, он бежит. Рваны за тобой. Опять? Так, немного тактики пусть будет. Ну, немного. А вон там справа. Нет, там водокачка, по-моему. Вот почему? Они, кстати, блин, надеюсь, сделают, что в водокачках можно воды набрать. Такая вот сколько я ползал, видел водокачки, думал, что как-то можно набрать воды. Ну нет, водокачка в смысле здания какое-то, а внутри него должна быть типа этот, ну как кран типа с водой, то есть можно будет набрать, я думаю. Ну кран с водой, это он, если зомби апокалипсис... Вон, видишь справа? Вот, ты выключит. Откуда там водичка-то была? Нет, ты не понял, в смысле как насос. А, все понял, да-да. То есть типа колодца. Да-да-да, понял. Вот так вот, если так сделать, то будет круто. Кстати, нужно будет в какой-нибудь городок забежать и беспалево наполнить там...
фляжки свои обе водой. Да. Потому что у меня... У меня фляжек нет, они плавают в озерце там. Я тебе могу одну фляжку дать пустую? Тебе надо? Ну пока найдем воду, я возьму. Ну давай тогда, тогда. Так, там впереди... А, нет. Может, звуков скоро новых добавят. Ну, когда вот это вот появилось после обновления зомби, это было, конечно, да... Когда я, блин, не ожидал совершенно, что новые звуки будут. А мы к чему-то подходим, по-моему. Ну, потому что вон там, вдалеке, что-то квадратное. Меня, конечно, трясет всего, поэтому я не могу конкретно разглядеть. Но там что-то есть. Да, там какой-то город. И там даже не просто город, там высотное здание. Ой. А какая-то арка, подъезд, по-моему, это... Электрозаводск. Что-то типа завода. Электрозаводск, да. Это электрозаводск, все. Так. А впереди, перед нами, по-моему, амбар. Ангар. Или... Ой, да впереди... Да перед нами тут... Это какой-то, смотри, это прям большой город. Здание высотки. Это по-моему, этот... Не Чернобыль, как там, Припять же, да? Рядом-то. Ну да. Смотри, прям по крыше скакун прыгает. Он упал. Да. Как он там? Как он там сдох, надеюсь. По-моему, он мертв. Так, не, ну слушай, как он там? Такой большой город, это же... Тут два больших города, только таких вот прям очень больших. Церквушка. По-моему, это должен быть старый собор. Либо новый собор. Скорее всего, старый. В старом соборе, говорят, можно найти кучу хороших вещей. Так, ну да. Сейчас... И куча неприятностей. Ну, у меня и патронов куча. Я готов вон в то большое здание квадратное забежать, подняться наверх и отстреливать толпы зомби, которые будут за мной туда ломиться. Ух ты, тут реально башня, как в Чернобыле. Где ты увидел башню? Вперед-то посмотри. Подожди, я тебя не вижу, ты где? Здоровая такая. Ну, у тебя, видимо, не видно. Ты куда подевался? А ты где? Ты же со мной был. Я в этом лесочке темно. Только не говори, что мы опять. Ну вот я. Я справа от тебя сидел, сзади я сейчас. Там еще какой-то домик. Там вдалеке еще. Блин, меня бы не трясло так, это было бы вообще хорошо. Это реально какой-то здоровый город. Будем надеяться, что это старый собор. Так, я вижу раз-два зомби. Вон там в ангар хочу первым делом. И оттуда уже нужно продвигаться дальше. Ты посмотри, сколько их. 3, 4, 5, 6. И это только те, которые я вижу. Ну, справа еще. А, к нам прям подходят. Да как вы прям к нам? Назад, назад, назад. И они тут, блин, еще... А, блин, что-то мне показалось, что прям к нам. Метров еще, наверное, 100 до нас. Блин, вот если бы не их рваная анимация, мы бы всех аккуратненько поснимали тут. Да, даже с такой же скоростью двигались бы, но именно чтобы понимал вообще, как шатание отключит от первого лица. Сервер опять в русский превратился, короче говоря. Так, я хочу вон к тому дереву потихоньку сейчас буду пробираться, вон к большому. Я хочу навестить этот городок. Возможно, это, конечно, будет моя последняя мысль на сегодня. Но я не думаю, что я пропущу такие сладкие приключения. Там же справа что-то. Блин, этот зомби обратно пошел, это меня не радует. Давай я буду за тобой. Снайперки у меня нет. Крыть тебя бессмысленно. Я просто не попаду с такого расстояния, если кто-то на тебя нападет. Без оптики, что, все, не судьба уже прикрывать? В принципе, можно было бы... 39 минут у нас, можно было бы завершить серию и начать на следующий день, когда у нас было бы 12 тысяч здоровья. И просто вычистить здесь да все. Ты что, нас запинают сейчас, если мы на таком моменте прервем эту серию. Подожди, я хочу посмотреть, вот это там... То есть подспорье для... Народ просто не оценит. Сейчас-то ты увидел? Я хочу... Огромную трубу. Да, увидел. Вот. Я амбар хочу понять. Какой огромный труба, слушай. В нем можно как-то подняться, нет? Или он одноэтажный?
Там что-то лежит. Я вижу. И зомби ходит. А! Справа. Справа идет. Видишь? Вижу. Дай-ка назад. Не-не-не. Или может к ангару пройдем? К амбару. Справа от амбара прыгун, поэтому я постараюсь побыстрее. Если сейчас они меня заметят, то мне точно хана. Я прям за тобой иду. Так что умрем мы оба. Давай, не поворачивайся. Слева очень близко. У меня сейчас вообще, я не знаю, я сейчас закончу все. Как черданцев, да? Надеюсь, внутри никого нет. А. Ты в ангаре? Да, я внутри. Тут хотя бы дверь закрыта. Здесь стрелы и арбалет. Оно того явно не стоит. Пустая банка. Вашу ж мать. А тут банки мятые. Ну как, давай здесь завершим, а? Завершим. Они там все рядом ходят. Ну ладно, давай завершим на самом деле. Я не вижу чего-то странного. Мы могли бы сейчас вон туда прям пойти. Ну ладно, я думаю, на самом деле приключений на сегодня хватит. 41 минута просто. Ага. Так что в следующей серии... И посвежее потом будем. Что, вообще прекратим на сегодня? Ну ладно, давай. Не знаю, нет, хочешь, давай дальше. Ну не знаю, посмотрим, короче. Нет, если хочешь, то только пошли, я за. Просто ты говоришь, что весь уставший и в таком состоянии после 4 подряд серий записанных идти вперед. С мыльным экраном. Мне персонаж жрать хочет. Блин, его покормите, потому что все равно, когда мы по новому появимся, он опять жрать будет хотеть. Но, блин, если я его сейчас не покормлю, вдруг у него... Да, не надо кормить. Вдруг у него тогда вообще жизни убавится. Не буду кормить, ладно. Нет. Короче говоря, ладно. Не надеюсь, надо. Вам понравилось. Мы попытаемся понять, в каком же городе мы оказались. Но это будет в следующих сериях. С вами были Артур и Джек Шепард. Скажи пока. Всем пока. Будем, короче, выбираться отсюда как-то. Пока.